Давайте, девчонки, убейте его. Они меня хотят продать с Нилс, помогите, пожалуйста. Алло! Здравствуй! Привет! Чё, пойдем гнуть школьников? Пойдем, ебать! Ты такой казах красивый. Да, ты тоже. Здравствуйте, хулигун. Хулиган. Ой, блядь, извините, пожалуйста, я, наверное, начальник. Какой-то террорист, проверка документов. Ты, ебать, нарушил только что все правила. Чего? Снюс есть? Снюс есть? Нету. Сколько тебе лет? Покажи документ. 13. Ты же в курсе, что у тебя год остался? В 14 паспорт получишь, уже снюс не купишь. А чё, у вас только... Представляешь, жопу будем тебе ковыряться, искать. Ковыряться в жопе, я будем сейчас, ну, быстро, блядь. Жопу поставил. Пойдем, пойдем, зайдем сюда. Меня арестуете за него? Мы сейчас, да, тебя за неуважение арестуем. Хочешь снюс? Сколько стоит? 13 рублей. Чтобы меня потом арестовать за него? Кого? Да это легально. Конечно, ладно. Легально. Ты в какой стране живешь? Сколько? Блядь? 13 сколько рублей там? Есть? Да. Давай. Давай. Быстрее, там какой-то дед ходит, блядь. А тебе сколько надо миллиграмм никотина? Так, же, уходите отсюда. У меня только 500. Тебе голову насквозь прожжет. Здравствуйте, офицер. Здесь идет задержание. Можно, пожалуйста, не нарушать нашу работу? Этот товарищ предлагает на улице всем снюс. Да, давай его арестуем. Тут этот товарищ всем снюс предлагает. Это они! Это не мы, это они! Там перестрелка идет. Какая перестрелка? Тут снюс продают, блядь. Тут поважнее дела, тут снюсом продают. Вот эти два полицейских. Просто отогнали их, так было сработано. Да, понимаешь, видишь, мы перестрелку специально просто, чтобы они отошли. 13 рублей, давай. Я ж тебе дал. Да, он тебе дал 13 рублей. Дал, а что ты не поделился 13 рублей? Не дал мне, он врет. Я сейчас тебе в голову стрельну, давай 13 рублей. Вот, теперь дал. Макс, у тебя там палево за спиной. Да ты ебешь, что ли? Освободите меня! Они меня хотят продать снюс, помогите, пожалуйста. Он детям снюс предлагает. Че ты врешь? Капитан Шрек, сможете, пожалуйста, уже кляп ему в рот засунуть и увезти в тюрьму? Проверь их, вдруг у них снюс есть, проверь их. Ебать, он на измене ходит. Забегалка на втором этаже. Пойдем посмотрим, что там. А у нас на этаже. Я бухают в негляже. Привет, красотки. Привет, девчонки. Ты че? Если что, не обращайте внимания на офицера Год, что у него пистолет в руке. У него рука просто заклинила. Он не может пистолет убрать в карман. Да, все хорошо. Он не угрожает никому. Ну че вы это? За сколько? В час? Я не думаю, что это шлюхи. Да, бля, извините, девушки. Это, девчонки, а че? Можно вас? Да ладно, не трогайте. Но он сегодня из Казахстана приехал, он правил еще не знает. Извините, ладно, извините. А кто, ну, хозяин, у меня есть знает? Для вас подарок, вот. Для мусоров своя еда. Опа, своя еда. Ты насорешь на пол. Вот. Приятного аппетита. Ну, блядь, спасибо, таким и питаемся. Это говно какое-то. Вы употребляете. Два полицейских, быстро за мной. Девчонки, капитан Шрек все время до нас домогается, и я ему не доверяю, а рядом другой полиции нету, чтобы прогнать его. И как бы можете помочь нам? Да. Ты че? Спасибо. Ты че? Отвлеките его, девчонки. Давайте, девчонки, убейте его. Анимешник какой-то, анимешник. Стреляю, стреляю, стреляю. Ого, это ты в него стрелял сейчас? А он меня, а первый, он начал, меня первый начал стрелять. Правильно, блядь, нехуй вот это стрелять. Я защищался. Ты свидетель? Я свидетель. А он правда в меня стрелял лазером каким-то? Нет, он просто вот так делал. Ну, блядь, нехер, блин, я... Ну, скажем, что он угрожал. Да, он угрожал лазером. Пришлось стрелять. Не, а будешь играть на 50к? Ну, я буду играть, на 25к. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. 25к, давай. Вам пупакит каким. Не-не-не, смотри, давай сначала, давай 2к, 2к сначала, давай, дай. Так, играй. Крути ролл. Какой ролл? Ты, блядь, ты будешь в суши-баре работать. Слэш-ролл. Где крутить? Чё крутить? А, я понял. Слэш-ролл. Извините, вы проиграли, извините. Ну ладно. Лё, ты как нахуй? Тоже так хочу? Как, чё он здесь? Наверх залез. Ты меня укусил. Это называется магия прокладки. Я беру, короче, сжимаю её... Вот сжимаю прям со всей дури жопой. Смотри, чекай. Прям сжимаю, она лепится к стене и поднимается. А ну-ка. Опа, ебать.
Нихера. Хуёво прокладку зажимаешь. Давай сильнее. А какая часа прокладка? Оп. Ну это местный герой. Ну мы, короче, этот, любим над копами издеваться. Ну, так. Именно над такими, ну, делаем по яйцам. Можете просто бить мне по яйцам? Я как бы просто рад буду. Хорошо, давай-ка. Не мне! Ему! Ой, спасибо. Хочу, чтобы вы все били мне по яйцам. Бей ему по яйцам. Бей. Давай. Вы знаете, ой, хорошо. Все приятно. Стремное, когда бьет тебе школьник по яйцам и говорит, все приятно. Розыгрыш 5 миллионов. Розыгрыш, собираемся все здесь. А, все, Макс. Макс, прости, от тебя все разбежались. Да. Я стою и думаю, что она шевелится, когда я шевелюсь. Эй, демон! У нас есть у тебя работенка. 24 тысячи хочешь поднять? Нам нужно, чтобы ты убил мэра. Ты сделаешь это? Нормально. Давай, демон. Ребята, срочная доставка. Полиция, можно пройти? Ля-ля, демон что-то взламывает. Кто в красном? Пропустите демона. Выходим все! Все выходим из здания. Какая эвакуация? Спасибо за просмотр, обязательно нажми лайк, если хочешь больше Гаррис Мода. А также подписывайся на канал, жми колокол, подписывайся и на Трумана, ссылка на него в описании. До новых встреч, увидимся.